Петробар – один из старейших участников выставки пива. А за годы сотрудничества с городом Сочи у компании появились свои постоянные клиенты среди местных предпринимателей, в том числе и оптовиков. Пиворазливочное оборудование и проточные охладители Петробара популярны в десятках сочинских кафе и барах. Отдыхающий, естественно, приезжает отдохнуть. Ну и сочно ему хочется что-то такое выпить прохладненькое. У нас небольшое относительно, но довольно мобильное производство, поэтому цена-качество у нас в этом плане лучше представлено здесь на выставке, потому что мы можем и цену обеспечить, а качество мы гарантируем, потому что, скажем так, юг России – это у нас довольно и жаркий регион. Вот, работаем мы уже порядка 17 лет, и поэтому для того, чтобы не подводить наших клиентов, мы стараемся, чтобы наши охладители работали даже в самую жаркую погоду. География продаж у новороссийской компании по производству подобного холодильного и пиворазливочного оборудования достаточно обширна. Екатеринбург, Хабаровск, Санкт-Петербург. Продукт Петробара зарекомендовал себя в разных городах страны. Стенд компании расположен у входа в выставочный зал. Напомню, международный форум пива работает по 20 мая.